И всех приветствую. Любовь, смерть и... любовь, деньги и рок-н-ролл. Да. Игра создателей бесконечного лета. Надеюсь, будет столь же интересно. Ну, начинаем. Выберите внешний вид игры, сможете изменить этот параметр в настройках игры в любой момент. Чистый. А что, есть грязный? Иммерсивный. Что такое иммерсивный? А почти ничего не отличается. Ладно. Красота в глазах смотрящего. Химицу. Пускай будет чистый. Уже начали? Че это? Че это? А это что такое? Эти падающие лепестки сакуры. Неужели для кого-то это красиво? Неужели для кого-то... В них круговерти есть глубокий смысл. Возможно, эта игра цвет, пурпурный бархат на фоне заката действительно завораживает. Наверняка я тоже тогда думал так же, смотрел на окружающие лепестки. Окружающие лепестки, наверное, прошло слишком много времени. Я забыл, я изменился. Да. Как же непонятный интерфейс. Такими же остались только деревья. Им все равно. Они родились раньше меня и переживут моих потомков. Ну, визуально это уже красивее, чем бесконечное лето. Им все равно они не заботятся о красоте падающего лепестка, о его скорости, угле наклона или вектора. Зачем им думать о таких мелочах? Для них это лишь привычная смена сезонов. Для меня же поток воспоминаний. Дерево передо мной точно такое же, как было тогда. В тот день, когда нужно было что-то сделать. И в тот день, когда сделать уже ничего было нельзя. Такое же. Так же падали лепестки, предательски, безразлично. Ведь им правда все равно. Ведь им наплевать, что какой-то фотограф потом сделает из них снимок, целую выставку. А влюбленная парочка, возможно, станет еще влюбленнее, наслаждая их бесконечным танцем. Ведь это природа, это не я. Это не ты, нет. Как тот день год назад, когда тоже падали лепестки. Тогда тоже природа не умирала, нет. Пробуждалась от сна, чтобы к лету вновь зажечь свой огонь жизни. Я вспоминаю, сидя под этим деревом, вспоминаю всю радость, всю грусть. Ты правда меня любишь? Да. Правда? Да. Она отвернулась, а лепестки все падали, запутываясь в ее волосах, делая ее еще красивее. Знаешь, лепесток сакуры тебе так идет. Она обернулась. Наверное, не хотела. Наверное, ждала чего-то другого. Изящных фраз, умных слов. Чего-то не этого. Правда? Да, конечно. Она улыбнулась. Наверняка и я ждала чего-то другого. Чувств, признаний, таких же прекрасных, как порхающий лепесток. Но ведь тогда эти слова для меня были важнее всего. Важнее этого дерева, важнее момента, важнее жизни. Ведь я понял, что они тот же лепесток, только не упавший на землю, а пока покоящийся в руке, такой близкий, такой хрупкий, такой драгоценный. Вы наблюдали, как расцветала из-за
и осыпалась сакура. Я наблюдал. Ничего необычного не увидел. Я проснулся. Как всегда, омерзительно гудел вентилятор. Наверное, он меня и разбудил. Конечно, надоело, но без него никуда. Лето, жара не спасают даже открытые двери. 3 часа ночи, и это отвратительная тишина. Ей-богу, хоть бы полицейская сирена, крики подвыпивших соседей или визг колес припозднившейся милиции, что угодно, только не это омерзительный шум вентилятора. Я бы давно его выключил, но тогда так точно сварюсь заживо. Да, лето в Японии куда хуже зимы в России. Я с трудом встал и пошел на кухню, чтобы попить воды. А какая она, зима в России? Глухо скрипели полы, а остальной мой дом. Три спальни, гостиная, не упоминая про кладовки и ванную комнату, мирно спал, не обращая внимания на единственного жильца. Да он бедняга, бедолага. Стойте, это Япония? Три спальни, кухня. И это Япония? Вообще-то в Японии там со жильем у них проблемы. Я не думаю, что там человек способен себе позволить 3 спальни и кухню. И ведь правда 3 часа. Я жадно пил, выливая половину на себя. Значит, завтра надо сходить в школу. Вот это, кстати, прикольная штука. Я забыл, как называется, вот этот стол и с этим, с одеялом. Если хочу такой же поставить прямо посерединке, чтобы, ну, наверное, поставлю вот за лето, чтобы зимой под ним кайфовать. Надо. Впрочем, кому? Может быть, я сам себе придумал эту глупую ответственность и обязательство, эту необходимость общаться с людьми и ждать, когда мне выдадут ненужный свиток бумаги, символизирующий наличие у меня среднего образования. Человек со средним образованием живет в квартире с 3 комнатами. Наверное, я опять придумал себе этот мир. Не более того, один из тех миров, которые я создаю каждый день для себя, для своих знакомых, для своего мира. Глупые условности, под которые приходится подстраиваться в одном из этих миров, в том, который большинство людей по досадной случайности считают реальным. Я налил себе еще стакан воды и вернулся в постель. Луна светила ярко, оживляя каждую пылинку. А в ее почти что траурном свете моя комната казалась совсем не такой, как обычно, словно дверью в другой мир. Мир, создать который не под силу даже мне. Серебристый луч упал на стол, медленно подбираясь к кипе бумаг. Конспекты, незаконченный роман, письма от бабушки, от друзей из России. И я встал и убрал этот лучок бумаги в ящик. Оно пришло год назад. Или? Почему это должно меня волновать? Но с другой стороны, почему оно лежит на столе? Давно пора выбросить. Я вскочил, сделал шаг по направлению к столу и замер. Но как? Ведь я пытался, и не раз. Громко зазвонил телефон. Очень громко. 3 часа ночи. Кому и такое время понадобился несчастный школьник, погруженный в собственные рефлексии? Впрочем, я привык. Конечно, ответь. Ой, блин. Алло. Алло, ты не спишь? Как видишь. Очень хотелось бросить трубку и выключить телефон. Еще больше хотелось, чтобы она сейчас была здесь рядом. А почему? Откуда я знаю? Потому что ты звонишь, наверное. Ты же меня разбудила, но логично. Она пробубнила что-то бессвязное. Как дела вообще? А как они вообще должны быть в 3 часа ночи? Ну, не знаю. Отлично. Значит, отлично. Да ну тебе. А что ты хотела услышать? Хотела, ну, то есть, просто позвонила. То есть, в 3 часа ночи звонить, это нормально? Я видела, что у тебя свет зажегся на кухне, значит, не спишь. Следишь за мной? Нет, я просто, ну... В трубку на несколько секунд повисло молчание. Наверное, она придумала что-нибудь, что прозвучит не совсем уж глупо. Просто мне тоже не спится.
Почему тоже? А если бы я спал? Ну не спишь же. Ладно, давай начнем сначала. Что хотела? Хотела узнать. Она остановилась на полуслове, словно собираясь с духом, и затем продолжила уже увереннее. Ты придешь завтра в школу? А если приду? Тогда я утром за тобой зайду. Так, подождите, он школьник, который живет один в трех... Ну, это у него родители богатые. Из России. Спасибо, вот еще радости в жизни не хватало. Уже... Спасибо, вот еще радости в жизни не хватало. Уже 3 утра, ты зайдешь во сколько? Через 3 часа? Чтобы не опоздать? Знаешь что, я, пожалуй, воздержусь тогда. Ну, нельзя постоянно прогуливать. Так и аттестат не получишь, а потом на хорошую работу не устроишься. А потом... Слушай, я живу один в трехкомнатном доме, нафиг мне работать? Она совсем запуталась в предсказаниях моего будущего. Невелика потеря. Никаких потерь, не закрывай дверь завтра с утра. У тебя есть ключи, какая разница, закрываю я или нет? А, ну да, точно, тогда до завтра. До завтра. Я не стал, спорить просто не хотелось. Надо было ее пригласить в гости, посидели бы 3 часа, поболтали. Откуда у них, кстати, ключи? Да и какой смысл? Она ведь все равно придет, все равно разбудит. Так случается почти каждый день. Зачем только я дал ей ключи? Впрочем, это было давно. Наверное, около года назад. Наверное, в тот день тоже падали лепестки сакуры. Да и к черту эти лепестки. Надо завести будильник, чтобы проснуться раньше, чем она придет. Не то чтобы это очень важно, просто надоело. И не только, наверное, видно, видя каждое утро перед собой знакомое лицо, я слишком привык к нему. А может и стал зависим, вот этого-то точно допустить никак нельзя. Так что если хочешь приходить утром, пусть приходит, но вот будить себя я больше не позволю. Какая нехорошая, будет меня по утрам, не дает мне проспать уроки. Это год? А может быть и год, да. Потому что я еще смотрю электрогитары, там стоит вентилятор довольно-таки старенький. Телефон у них обычный. Не сотовый. В голове сотни колоколов на разные мотивы звенело в шело наступившее утро. Но тебе и радостное пение птиц, и стройка на соседней улице, и веселые крики продавцов всякой всячины, и это чертово непрекращающееся ни на секунду гудение вентилятора и недовольное ворчание рядом. Кристальный взгляд огромных зеленых глаз, надутые губки и 2 рыжие косички. Я определенно проспал. Эй, ты, здорово. Сколько времени? Девочка взяла будильник и ткнула им мне в лицо. Что, но ведь еще рано. Я запротестовал им. Как рано встает, тому Бог дает. А кто еще раньше встает, у того Бог отбирает. Это Химицу. Я знаю, кажется, всю жизнь. Я знаю ее всю жизнь. По крайней мере, с тех пор, как переехал с родителями в Японию. Ее мама русская. Впрочем, она развелась с отцом Химицу, когда мы были еще маленькими. Ух ты, ты шевелишься. Нет, это непривычно видеть в визуальных новеллах шевелящихся этих персонажей. Ладно, хватит валяться, пора вставать, умываться, завтракать и идти в школу. И так начинается почти каждый день. Хотя за столько лет я уже привык. Ах да, стоит представиться. Меня зовут Николай, и я учусь в выпускном классе. Никокун. Голос Химицы звонко разнесся по дому. Теперь стало не так пусто и одиноко. Я быстро умылся, оделся и пошел на кухню. Конечно, многовато места для одного. Да и вообще такой дом рассчитан скорее на семью из нескольких поколений. Бабушки, дедушки, мамы, папы, дети, внуки.
Пустое пространство давило на меня, и когда со мной были родители. А теперь я уж точно словно в музее или в библиотеке. Ну, кому в голову придет жить там, тем более одному. Приятного аппетита. Итадакимасу. И тебе. На столе красовались яичница и несколько видов овощных салатов. Я лениво перекидывал палочками туда-сюда по тарелке кусачек огурца. Не хочешь есть? Хочу, но я ведь не животное, чтобы травой питаться. Химицу нахмурилась. То есть заварной рамен, по-твоему, лучше? Не знаю насчет лучше, но точно вкуснее. Ну, она смешно надула щечки, как хомячок, ей-богу. Я ведь старалась. Нокаут. Ну, это мне ничего. На это мне нечего возразить. Я принялся сосредоточенно жевать. Что планируешь делать после уроков? Не знаю, вроде бы собирался с Кёске сходить в кино. А ты что-то хотела предложить? Она отложила палочки, внимательно посмотрела на меня, как будто собираясь сказать что-то важное. «Может быть?» И засмеялась, пытаясь скрыть смущение. «Да нет, не важно. Химицу влюблена в меня. Я знаю об этом давно, но никогда ничего не предпринимал, а в какой-то момент настолько привык, что уже перестал понимать, любит она меня как брата или как мужчину. Честно говоря, мне было все равно. Если ты хочешь куда-то сходить, я могу кино перенести на другой день. Фильм вполне сможет посмотреть. Может подождать? На ее лице засияла искренняя улыбка. Да, если честно, я хотела бы зайти в один магазинчик около станции, который недавно открылся. Девочки в классе только о нем и говорят в последнее время. Возможно, кто-то другой на моем месте, может, посчитал бы это свиданием. Мне же просто было приятно проводить время вместе с Химицу. Да и ее такой расклад, кажется, вполне устраивал. Ты не доел? Да я не собирался. Вдруг и обедать придется той же травой. Вот почему бы тебе не приготовить хоть раз борщ или пельмени, я не знаю. Это не завтрак, к тому же я готовила. Обиделась Химицу. Ну да, готовила, только совсем не так, как в детстве. Чего? Ты в детстве заставлял готовить себе борщ и пельмени, и ты еще что-то возражаешь? Какой же ты ублюдок. Сказать ей об этом я не решился. Одно дело, когда человек не умеет чего-то, всегда можно научиться. Совсем другое, когда и умеет, и делает, не выходит не так, как от него ждут. Тогда есть шанс, что уже и не научится. Да, прости, у тебя очень вкусный борщ. Борщ? Да, борщ. Повторил я. Химицу кристально смотрела на меня. Любая другая на ее месте давно бы вылила мне на голову тарелку этого воображаемого борща. И что там за магазин? Ты говорил. С одеждой. Ответила она, продолжая сверлить меня взглядом. Платья, кофты, юбки, одежда женская. Может быть, тебе лучше сходить туда с кем-то из подружек? Нет, я, конечно, не отказываюсь, но просто как-то неудобно будет. Почему? Не знаю, просто у вас так заведено. Ты же в курсе, что я иногда не очень с местными нравами. И это чистая правда. Другой на моем месте уже давно бы привык к японскому образу жизни, традициям и нормам поведения в обществе. Да хоть даже к манерам здешних старшеклассников. Это никто ничего такого не подумывает, ведь мы не... Химица окончательно смутилась и от этого разозлилась. У меня тут за окном дождь пошел. Не знаю даже, на кого больше, на меня или на себя.
Иногда в общении с ней, да и не только, я захожу в тупик. Я перестаю понимать, чего от меня хотят, а собеседник не понимает, почему не понимаю я. В общем, под растущим с каждой фразы нежным комом, непонимание в итоге оказывается погребен весь смысл разговора. В такие моменты проще промолчать или согласиться. Ладно, ладно, все в порядке, никто ничего не передумает. Не подумает, чего бы. Вот именно. Победоносно сказала химицу и пошла мыть посуду. Вот из вот таких вот, вот потом вырастают нахлебники, сидят на женских спинах, ничего не делают, смотрят телевизор и борщ подавай. Она приходит к нему рано утром, готовит ему еду, потом моет посуду у него же в доме. Я завидую, да, я завидую. И злость меня внутри съедает, изнутри разрывает. Кажется, такая погода в начале осени в России называется бабье лето. Как бы там ни было, в Японии в начале сентября еще стоит жара. Химица молча шла рядом и улыбалась. Я изредка посмотрел на нее, пытаясь понять, о чем она думает. Не то чтобы мне правда было это интересно, скорее я просто старался отвлечься от своих мыслей. Ведь падающие лепестки сакуры то и дело всплывали в памяти, принося с собой не самые приятные воспоминания. А вот Химица ни разу не говорила об этом, не хотела бередить рану или просто проявляла тактичность. «Эй, прием! Земля вызывает Никакуна!» «А? В то!» «Кажется, я совсем замечтался. Мы уже почти пришли, а ты все еще спишь. Там машина сзади ездит, охренеть!» Химица насупилась. Обычно ее недовольство выглядит не сколько пугающе, сколько забавно. «Я не сплю, я решаю в уме вопросы вселенского масштаба. Я готовлю свои наполеонские планы». «Это какие же, например?» Она рассмеялась. «Политические, наполеонские или даже геополитические. Кто, если не я?» «Для будущего политика у тебя оценки не ахти». «Это не важно. Я буду политиком в России». «Многие великие люди в школе учились так себе. Вот ведь Эйнштейн». «Понятно», ухмыльнулась химица. «Мы бы наверняка так и болтали о всяких...» Какая странная музыка. «О всяких пустяках, если бы у школьных ворот не затевалась заварушка». Несколько человек обступили какую-то девушку, издалека не разглядеть. «Смотри», — тихо сказала химицу и замедлила шаг. Я прислушался. «Да где-нибудь одна юбка на весь год». «Нет, за старшей сестрой донашивают. И как только такие оборванцы нашу школу принимают, устроили проходной двор. Иди на рынок, рыбы торгуй». «Ты с ней поосторожнее, а то еще чем-нибудь заразишься». «Я ж не собираюсь с ней». «Да, точно, наверняка она по ночам таких подрабатывает. Бедная». Химица остановилась на секунду. «А разве она не в твоем классе?» Я присмотрелся. «Да, действительно, похоже. Кажется, в моем. Неужели ты даже своих одноклассников не знаешь?» «Знаю, конечно. Это Нака, Хита, Ивамура». Я поправил прическу и победоносно взглянул на химицу. Однако ее это совсем не впечатлило. «И она у нас в классе староста». Химицу по-прежнему смотрела на меня. Сукаризной. Ну что, ну не общался я с ней особо никогда, да и она впервые со мной в одном классе, всего-то полгода учимся вместе. Потасовка, если это вообще можно было так называть, набирала обороты. Девочка упорно молчала, лишь все больше опуская голову. Ее обидчики же это только сильнее раззадорило. «Да ладно тебе, кто за такой платить будет? Разве что пару сотен йен?» Говоривший демонстративно открыл кошелек, набитый купюрами, достал несколько и помахал ими перед носом Ивамуры. Это уже совсем какой-то беспредел. Проворчал я себе под нос.
Однако, проходящие мимо школьники делали вид, что ничего не замечают. Иногда попадаются слова, которые прям сложно-сложно выговорить. Ты вроде бы их обычно выговариваешь, а тут просто, ну, не выговаривается и все. Опять эти чертовы традиции. Нельзя же так. Никакум. Не надо, лучше расскажем учителю. Химицу легонько дернула меня за рукав. И что он сделает? Пожурит их? Пожурит? Наругает? Ай-яй-яй, как не стыдно. Я начал выходить из себя. Если вдуматься, то какое мое дело? Одноклассница? Ну или что? Я до этого с ней пару слов не перекинулся. С другой стороны, мне было бы тяжело видеть, как одну несчастную девушку травят целой стаей. I need a hero. Yeah. И почему я должен оставаться в стороне? А если бы на ее месте была Химицу? Мы ведь тоже далеко не самые богатые по меркам этой школы. Йо, не самый богат. А, там люди живут в шестикомнатных, да. Извини. Химицу лишь слегка улыбнулась в ответ. Эй! Крикнул я уверенным шагом, направляясь в их сторону. Отстаньте от нее. Они сначала лишь удивленно посмотрели на меня, а вот Ивамура вообще никак не отреагировала, продолжая изучать землю. Лол, кек, какие они прикольные. Типичные аниме-герои. А ты кто такой вообще, а? Тебе какое дело? Иди куда шел. Их тон звучал вызывающе, но это лишь придавало мне уверенности. Четвером на одного не слишком честно, вам не кажется? А ты что, ты же хочешь? Два парня сделали полшага вперед и демонстративно хрустнули костяшками. Похоже, они не только головами умеют, словами умеют разбрасываться. И что теперь ты сделаешь, а, Эхиро? Он хмыльнулся один. Да, в то. По правде говоря, я и сам не знал. Вступиться за Ивамурузу у меня заставило лишь какое-то воспаленное чувство справедливости. Потому что здесь не принято себя так вести, а там принято помогать ближним. Где здесь, где там? Но ведь реальная жизнь — это не манга и не аниме, а да и у меня нет никаких суперсил. А вот ты сейчас узнаешь. Я подошел вплотную к одному из них и замер. Ну и что дальше? Однако парень явно растерялся и попятился назад. Кто вообще такой? В ту же секунду ко мне подскочил второй с явным намерением толкнуть в грудь. Рефлекс срабатывал быстрее мысли. На тебя. Взмах руки, хруст челюсти нападавшего, и реальность вокруг словно замерла. Выражение удивления застыло на лицах девочек. Удивленно на меня смотрела Ивамура, даже парень, получивший по морде, был как-то удивлен. Но это длилось лишь мгновение. «Да ты знаешь, кто мой батя?» — закричал одна черта. Тихо, не надо, пойдем, он бешеный какой-то, успокаивала ее подруга. Закричала одна, успокаивала, я ударил пацана. Эй, ладно, там какие-то девчонки еще были. Второй парень помог подняться своему поверженному товарищу. Это еще не конец, мы тебя вспомнили. С этими словами они быстро направились прочь от школы. В ту же самую секунду ко мне подскочила Химиц. Никакун, ты в порядке? Да, конечно. Спокойно ответил я, внимательно изучая слегка опухший кулак. Странно, но меня не трясло от адреналина, как по идее должно было бы. Видимо, все произошло слишком внезапно. Ивамура, сэнпай. Во всей этой суматохе я совсем забыл про виновницу торжества. Она стояла молча, смотрела на нас из-под лобья. «Ты в порядке?» «Драки на территории школы запрещены», — сказала она тихо. «Кто?» Я расп...
расплылся в глупой улыбке и посмотрел на Химицу. Та тоже явно не понимала, что происходит. «Я говорю, что вовсе не обязательно было лезть в драку. Если ты не заметила, то я как бы тебя защищал. Они бы в итоге отстали». Ивамура на секунду замолчала, подняла на меня взгляд, сверкнула глазами, но затем вновь вернулась в свое безразличное состояние. «Они всегда отстают». «Как бы там ни было, можно хоть спасибо сказать, это же нормы приличия. Сейчас я злился даже больше, чем минуту назад». «И не только у вас, да вообще везде, всему миру». «Ёпт». Ивамура в ответ лишь задрала нос, фыркнула и быстро пошла в сторону школьных ворот. «Нет, ну вообще ты это видел, а? Ты видел?» «Она же говорила, что не надо», — тихо сказала Химицу. «Да ты повел себя как настоящий хиро». «Герой? Ага, как же. Где ты таких героев видела? В кино вон их благодарят за спасение. Но ты ведь это не ради благодарности сделал». Химицу продолжал улыбаться, и я смутился. «Еще посмотрим, какая благодарность меня ждет от учителей», — проворчал я. «Ладно, пошли». Начался обычный учебный день. «Че это у нас целая куча парт свободных в середке сидят?» «Я совсем не помню школу в России, хотя проходил туда целых полгода. Однако по какой-то причине мне казалось, что школы во всем мире примерно одинаковые. Как и люди. Нет, ну правда, как еще научить ребенка уму-разуму? Если Маркони и Попов независимо друг от друга изобрели радио, то почему одни и те же лучшие педагогические практики не могут применяться в разных концах земного шара? Из этих мыслей меня вывел окрик учителей. Как бы там ни было, школу в России я не помню, а тут все достаточно строго. В конце концов, не просто так ведь я учусь в одной из лучших школ в стране. А мои одноклассницы сплошь дети богатых и знаменитых бизнесменов, политиков, звезд эстрады. Тогда, мне кажется, я здесь просто лишний. Впрочем, и среди элиты есть почти что обычные люди. На перемене ко мне подошел как раз один из таких. Пески. О, здорово. Я знаю его со средней школы, и он с виду простецкий парень, без замашек местной золотой молодежи. Эй, Ник, слышь, что сегодня утром было? Я кинул класс взглядом и заметил одну из девочек, которые издевались над Ивамурой. Она недобро посмотрела на меня, но быстро вернулась к своим делам. Ну и наплевать. И что же? Спросил я, хотя прекрасно знал, о чем именно говорит Кёски. Сегодня утром у школьных ворот. Кёски сбавил голос. Случилась потасовка. И сдалось им это слово. Как будто не могли придумать какой-нибудь синоним. Да уж, я в курсе. Я даже там принял участие. Ты о чем, то есть? Его глаза загорелись, он нагнулся еще ближе ко мне и быстро затараторил. «Это ты тот парень, что двинул по морде Куросаки? Это из вы класса?» «Да, как-то времени не было спросить, как его зовут», — ответил я с гордостью в голосе. И меня тут же передернуло. Вот совсем нечем здесь гордиться. Ведь теперь все будут судачить, какой я опасный хулиган. Никто не вспомнит про то, что я вообще-то бедную девочку спас от травли. Бурлинг. 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 Да ты не подумай, ничего, я просто защищал. Ты не подумай, ничего, я просто защищал. Мой взгляд отчаянно рыскал по классу в поисках Ивамуры. Защищал. Но ее не было. Неужели я ищу у нее доказательства своего героического поступка? Подтверждение того, что я не просто банальный задира. Ну, в общем, защищал одну девочку. Девочку? Какую? Кёски прищурился. Не знаю, кто она. Да и какая разница, вполне нормальная реакция, знаешь ли, любой бы на месте, на моем месте. Я поднял глаза на Кёски.
Любой достойный человек на моем месте поступил бы так же. Ага, ну как же. Не забудь познакомить меня со своей таинственной девочкой. Кажется, он хотел еще что-то добавить. Но тут прозвенел звонок на урок. И вовсе... ему незачем знать, что там было именно Ивамура. Ей, кажется, и так живется несладко. Впрочем, возможно, отчасти она и сама виновата. Следующим утром был современный японский язык. Я живу в Японии уже больше 10 лет и, конечно, разговариваю свободно, но вот с письменностью у меня до сих пор возникают ощутимые проблемы. На перемене я мигом выскочил из класса, чтобы не продолжать разговор об утреннем инциденте. Кёски был достаточно упорным и занудным, но все-таки не совсем бестактным, так что я скорее перестраховался. Затем шел английский, который давал мне гораздо легче давался. Большую часть урока я смотрел в окно на спортивную площадку, наблюдая за футбольным матчем. Вскоре мои мысли унесло далеко от школы, в тот день, когда падали лепестки сакуры. Ведь уже осень на дворе, а это значит, что вскоре деревья вновь начнут сбрасывать свой покров. Пусть палитра цветов будет другой, важно, останутся лишь те же чувства. Еще пару недель, максимум месяц, и я все узнаю. Узнаю что? Звонок вернул меня в реальность. А живот предательски забурчал. Не завтракал сегодня? Пойдем быстренько в столовку сгоняем. Да тебе лишь бы пожрать. Здоровом теле здоровый дух. Если только речь идет об объемах, а не о здоровье. Однако есть действительно хотелось чертовски. Но до обеда и не дотерплю. Ну пошлите что ли. Пожрем. Воспоминания о сбалансированном и полезном завтраке от Химицу было еще свежее в памяти. Хотелось поесть чего-нибудь вредного, но при этом вкусного. Как назло, первоклассным в этой школе было все, в том числе и столовая, так что на отравление рассчитывать не приходилось. Не могу сказать, что здесь кормили как в лучших ресторанах мира, потому что не бывал в них, но в целом меня все устраивало. К тому же в меню большой выбор блюд европейской кухни. Нет борща, там, конечно, не найти. Главное это борщ. Борщ наше все. Мы вошли в столовую, Кёски без умолку болтал о новой серии какого-то аниме про девочку-волшебницу. Не могу сказать, что я большой поклонец, но иногда тоже смотрю. Впрочем, до Кёски по уровню фанатизма мне как-то от Токио до Москвы. И тут бум. Меня не сильно, но ощутимо толкнули в бок. Да еще и облили чем-то. Из-за спины вынырнула девочка с подносом. Я обтекал апельсиновым соком, а она ошалело смотрела на результат своих стараний. Аккуратнее! Я был больше расстроен, чем зол. Она никак не реагировала, лишь продолжала удивленно смотреть на меня. Чё ты стоишь, вытирай давай! Наконец она, похоже, пришла в себя. Это ты, смотри, куда идешь. Что? Я глупо улыбнулся и от неожиданности даже отступил на полшага. Девочка же тем временем насупилась и грозно посмотрела на меня. Смотри, куда идешь, говорю, а не спи на ходу. Вообще-то это ты в меня врезалась. Из какой это, кстати, мне в тебя врезаться? Я не нашел, что ответить на это. Девочка говорила глупости, но настолько уверена, что невольно начнешь сомневаться в собственном здравом смысле. А мне зачем? Откуда я знаю? Ну, уже врезалась. Ты же врезался. Ладно, больше не буду. В смысле не будет? Огрызнулся я и уже собирался уходить. Подожди. Тихо сказала она. Ты же весь, промок. Я глядел себя, картина действительно не ахти. И что предлагаешь? Вместе сходить в душ? Я не против. Я...
Да не, а как ты мог такое подумать? Ты извращенец. Удивление и непонимание на ее лице сменилось. Ну прямо унижение оскорбленное, и виновата во всем я. Ладно, забудь, все в порядке. Подожди. Ее интонации менялись, как погода в тропиках. Вот возьми. Она протянула мне платочек. Я не стал спорить, взял его и уже собирался поблагодарить, но она лишь фыркнула, развернулась на каблучках и пошла в дальний конец зала к подружкам. Странная девочка. Ник, ты... Начал Кёске, когда я сел за наш стол. Он смешно поддувал ноздри и хватал ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. Ты знаешь, кто это был? Нет, а кто? Это же Элли сама. Та сама Элли? Сказал он и испытующе уставился на меня. Словно ждал моего возгласа. Ах, Элли сама, та сама. Сама кто? Невозмутенно спросил я. Да как ты можешь не знать, еще называешь себя учеником нашей школы? Я себя так не называю, я просто числюсь здесь по документам. Вот если ты больше внимания обращал на происходящее вокруг. Ладно уж, не томи, рассказывай. Я ему явно не терпелось. Кёски поудобнее устроился на стуле и серьезным видом начал. Элли сама ее считают королевой школы, никак не меньше. У нее по прекрасные оценки, успехи в спорте, медали, олимпиады и национальных конкурсов. Нет, даже международных. Ну, слава богу, хоть не междупланетных. Да любой посчитает за честь быть знакомым с нею. Ну и облитым, видимо, тоже. Ты хоть сказал? А ты хотел сказать облитым ей? Как очевидная банальщина. Йоски не обратил внимания и продолжил. Я бы отдал всю свою коллекцию манги за то, чтобы она только заговорила со мной. Прямо-таки все. Ну ладно, половину. Я прищурился. Хорошо, треть. Ладно, я все понял. Теперь за мной приедет полиция. И не миновать мне смертной жизни казни через косые взгляды. Хотя постой. Я же ни в чем не виноват. Ты ничегошеньки так не понял, вздохнул Кёски. Хотя, может, и приедет, ведь она внучка председателя попечительского совета нашей школы. Ну а что мне теперь, извиниться перед ней? Это она в меня врезалась, она меня соком облила. Он опять вздохнул и уткнулся в тарелку. А я медленно повернулся на стуле и смотрел в сторону королевы школы. Судя по веселому говору и смеху, доносящемуся со стороны ее стола, Элли сама уже давно забыла про инцидент с жалким холопом. Сок высох довольно быстро, оставив заметные желтые пятна на белой рубашке. Мне до определенной степени было наплевать на свой внешний вид, но вот школьные нормы к такому наплевательскому относились недобровольно. Неодобрительно. Пришлось переодеться в спортивную майку и кофту. Следующий урок прошел своим чередом, и настало время большой перемены. А это значит, что пора идти на обед. Кажется, мы договорились с Химицу. Впрочем, не помню. Хотя я и так обедал буквально час назад. Можно просто добрасти до школы. А, побродить по школе. Мы завтракали и обедали, получается, еще ваком. Можно просто прогуляться. Даже. Пойдемте просто прогуляемся. Одно понятно, в классе оставаться нельзя. Но мы кушали, нельзя же обжираться. Мы потом будем так же, как Кёски, выглядеть. На самом деле, я просто не хотел еще полчаса слушать пустую болтовню Кёски. Опять рассказы про аняме, мангу, школьные сплетни. Каждый день новые, но постоянные и бессмысленные. Нет, он мне симпатичен, он хороший друг, но вряд ли чем-то сможет помочь, когда мысли заняты совсем не девочками-волшебницами. Я не собирался идти к Химицу, однако сказал Хёске, что пойду.
коридоре было многолюдно, да и весь двор кишел. Кишить школьниками. И тут меня осенила крыша. Чего, блин? На самое популярное место в этой школе. Интересно, почему? Я быстро заскочил в буфет за булочками и бутылкой молока. Мы решили не идти на обед, но он все равно решил пожрать. Дверные петли, отчаянно требующие смазки, противно скрипнули, а на меня налетел мощный порыв ветра. Пришлось даже сделать шаг назад и схватиться за лестничные перила, чтобы устоять на ногах. И вот я оказался на крыше. Яркое солнце, слепящее, било в глаза, зато тут точно никого. Или все-таки кто-то есть. В дальнем конце крыши на лавочке сидела девочка и ела бенто. Ивамура, вот так сюрприз. Ее взгляд был устремлен вдали, к горизонту, да и вообще она выглядела мечтательно. Вспоминая утренний инцидент, я не решался к ней подойти. Что ведь сказать? К тому же, эта крыша как будто тесновата для двоих. С другой стороны, я выгляжу глупо. Если сейчас развернусь и уйду, то она подумает, что я струсил. Да и чего мне в конце концов бояться? Я медленно подошел к ней и встал рядом. Ивамура, нехотя, удостоила меня своим вниманием. Ивамама-мама, получается, что заметила давно. Значит, я все правильно сделал. Я вспомнил ее поведение утром после стычки с той шпаной. И вот после такого я должен чувствовать себя перед ней неудобно. Виноватым. Тут свободно? Ивамура пожала плечами и слегка отодвинулась к краю лавочки. Я сел, открыл пакет со своим нехитрым обедом и украдкой бросил взгляд на ее бенту. По виду не хуже, чем у Химицу. Ну, если Ивамура действительно бедная, то вполне логично, что она умеет готовить. Знаешь, я все еще чувствовал себя рядом с ней, не в своей тарелке, и это меня здорово раздражало. Что? Ну вот сейчас все выскажу. Не нарвусь ли опять на такую же реакцию? Нет, просто хотел спросить, почему к тебе утром пристали эти козлы? Какое тебе дело? Ну, хотя бы такое, что я принял непосредственное участие в этом инциденте, даже по полицейским хроникам, прошел бы как соучастник. Они постоянно пристают. Что вот просто так, без причины, тебе не понять. Может быть, она и права, меня точно никогда не травили. Конечно, я не все знаю, но мне кажется, что без причины ничего не бывает. У каждого человека свои причины, сказала Ивамура загадочно. То есть, но есть ведь законы, я не знаю, так нельзя. Законы? Она оторвалась от своего бенто, повернулась в мою сторону и бросила на меня грозный взгляд. Законы пишутся не для таких людей, как они. И не для таких, как ты. Тебе напомнить, кто именно я тебе? Что именно я тебя? Тебе напомнить, что именно я тебя? Чего, блин? Тебе напомнить, что именно я тебя спас? Да, спас. Прозвучало было бы неуместно. Именно я тебе помог. Она ничего не ответила и вернулась к еде. Могла хотя бы поблагодарить, ёпта. Спасибо, тихо сказала Ивамура. Вот уже совсем другое дело. Она с грохотом закрыла коробку с едой и резким движением встала с лавочки. Еще раз спасибо и приятного аппетита, чтоб ты подавился. Бросила она, не удостоив меня взглядом, и ушла. Ага, давай, счастливо, покеда. Пробормотал я, быстро доел и направился в клясе. А там меня уже ждал Кёски с ехидной улыбкой до уха. От уха до уха. Ой, полегче.
Ну и как? Победил Химицутян? Намана. Ох, неспроста это он все. Да. Значит, к нам буквально 5 минут назад заходила какая-то другая химица и искала тебя. Ее сестра-близнец, ты не знал, зовут Шинджитсу. Ага, как же. А вот тебе крест. Химица добрая, а Шинджитсу злая. Ну или наоборот. Тебе, кстати, очень повезло, потому что ее суперспособность высасывать души из толстых, не в меру любопытных, вот такую. Да ну тя. Обиженно сказал Кёски и вернулся на свое место. Учебный день подходил к концу. Уставшие школьники уже считали минуты, но оставался еще один урок. На перемене забежала химица и напомнила, что мы договорились после школы сходить с ней в новый магазин. Поначалу я даже не понял, о чем она вообще. Учитель тщетно пытался призывать детей к порядку, но на него мало кто обращал внимание. Типичные японские элитные школы. Нет, многим здесь образование и знания действительно были важны, однако добрая половина оболтусов просиживала штаны на уроках только ради престижного диплома. Когда вся жизнь расписана на десятилетия вперед, не надо волноваться о таких пустяках, как оценки или замечания. «К порядку!» — повторял учитель. К сожалению, накричать на них не мог. «Ладно, если вы не успокоитесь, то не узнаете, что у нас в классе сегодня новенькая». Ага, клише. В мгновение ока воцарилась тишина, нарушаемая лишь редкими перешептываниями. Новенькая. Посреди года. Интересно, а она красивая? Меня же все происходящее не особо волновало. Я привык к их постоянному галдежу, а появление еще одного ученика меня совершенно не касается, потому что я и со старыми не особо знаком. Входи. Тут же в класс приглушенно загудел, и мне было лень даже голову поднять. Но тут я почувствовал сильный толчок в спину. «Эй!» Я обернулся и посмотрел на Кёски. Тут сидел, раскрыв рот. «И кого же к нам такого прислали, что даже эти зазравшиеся дети так реагируют?» Я посмотрел в сторону доски, и в классе поднялась вихрь алых лепестков сакуры. Неужели кто-то считает это красивым? Но как? Почему? Буквально в паре метров от меня стояла девочка из моих видений, гостья из прошлого. Ну же, представься. Меня зовут Кэтрин Винтерс, хотя с некоторыми я уже знакома. Она окинула класс быстрым взглядом, не останавливаясь ни на ком конкретном. Я рада, что нам предстоит учиться вместе. Она нарочито исказила стандартное японское приветствие. Кэтрин Винтерс, еще одно клише к этому, так сказать, сюжету, как официально. Для меня она всегда была просто Кати. Именно с ней я тогда смотрел на падающие лепестки сакуры. А потом она уехала. Просто уехала, толком не объяснила причины. Оставила меня одного, разбила сердце, раздавила мечты. Я бы обязательно злился и даже ненавидел ее, если бы мог. Ах, как все это омерзительно, банально. И заезжено. Фу, да. Даже нам на это намекают. Ну ладно. Словно попал по второсортному сёдзе манги. Опять-таки. Даже сами авторы нам это говорят. Ну давайте, добавьте ей вокруг лица ярких искорок и намалюйте на фоне кудрявые облачка. Тебе лепестков мало? Я подожду, я уже привык.
Я протер глаза и больно ущипнул себя за щеку. Не сон. Эй, Ник, почему она вернулась? Ты что, не знаешь? Почему молчал? Противно бубнил Кёски за спиной. Мой мир сжался до темного туннеля. На одном конце мрак, и я. На другом свет и она. Только вот там меня вряд ли ждут райские кущи. Гущи. Тем временем учитель показал Кэтрин ее место, и она прошла мимо, не обратив на меня никакого внимания. Я же просто не знал, что сказать. Вскочить посреди урока и заорать: «Что ты здесь делаешь, твою мать?» Одноклассники тем временем отошли от шока. Она действительно была со многими знакома, ибо раньше училась в этой школе. А остальные, наверное, просто не ожидали увидеть иностранку. Все-таки даже в нашей школе их не так уж много. Меня-то они вряд ли считают за иностранца, если вообще подозревают о моем существовании. Конечно, ты же так сильно от них отличаешься. Там, не знаю, разрезом глаз, ростом, цветом кожи. Я познакомился с Катей в первом классе старшей школы, и как-то вышел, что мы стали встречаться. В первом классе старшей школы, я думаю, в первом классе это вообще школы. То есть уже начал встречаться, но это было бы серьезно, да. А старшей школы? А старшая школа с какого начинается? Класса с 9-го? Всего 3 класса, 9, 10, 11? Ладно, я и она, кому расскажи, не поверят. Ее мать давно работала в Японии, как и мои родители. Время шло, и все у нас вроде бы нормально было. А потом Катя просто сказала, что мы не можем быть вместе. Что-то про то, что маму переводят. Я мог бы во все это поверить, простить, забыть. Но неужели ей не было хоть чуточку больно? Ведь я не коллега по работе, с которым расстаешься, переводясь в другой офис. Надо было бы устроить прощальную вечеринку и запастись дежурными подарками. Прости и прощай. Холодные, деловые, будничные, вымученные. И после всего этого она вот так запросто заявляется ко мне в класс. Чё, наглела, что прям ко мне в класс, в мой класс. Приятно познакомиться, рада была учиться с вами, черт подери. В целом, в гребаном Токио не нашлось другой школы. Не верю. Ну, наверное, такой престижной нет. Не так уж и много. Но в то же время, где-то глубоко внутри, теплилась глупая надежда. А вдруг Катя вернулась ради меня? И именно поэтому она сейчас здесь. Ну да, для оптимизма причины не нужны. И чё? Я смотрел на еле ползущую секундную стрелку. Поговорить. Я должен с ней поговорить. И вот звонок. И я собрался силами и... Она буквально проплыла мимо, направляясь к выходу из класса. Не успел, не решился. Какая же разница? Уже. Эй, Ник, ты чё, уснул? Слова Кёски доносились откуда-то издалека, словно из другого мира. Ну что я ей скажу? Привет, давно не виделись, как дела? Да и почему она не подошла первая? Боится, стесняется? Нет, глупости, это все не про Катю. Значит, просто не хочет разговаривать. Я ее знаю даже лучше, чем хотелось бы. Кёски отчаянно тряс меня за плечо и что-то бормотал, но я его не обращал внимания. Никакун. Какой-то новый голос. Никакун. Химицу. Я поднял глаза и посмотрел куда-то сквозь нее. Прием. Земля вызывает. Никакуна. И тут я пришел в себя. Да, что такое? Опять забыл. Ну? Она смешно надула губки. Я так и знала. Поэтому решила за тобой зайти. Что она от меня хочет? Зайти за мной? Зачем? Ах да, мы же о чем-то договаривались. Ну какая сейчас-то разница? Какой же ты гаденыш? Я тебя вообще не...
Ой-о. Итрин ушла, и с каждой секунды она удаляется от меня все дальше. Может быть, сейчас нас разделяет расстояние куда больше, чем 1000 километров Тихого океана. Однако я просто не знал, что ей сказать, так как уже давно втайне надеялся смириться, отпустить и жить дальше, а теперь это. Но необходимо было что-то решать. Если бежать за ней, то сейчас. В смысле бежать за Кэтрин? Ты что, ежанулся, что ли? У нас вот эту Кимитсу, мы с ней обещали сходить. Давай, очухайся, мордой об парту долбанись, это поможет. Я часто такое делаю, мне помогает. Еще об стену можно. И сколько это будет продолжаться? Гниющаяся плоть врезают, чтобы болезнь не распространялась по всему организму. Что это такое? Фу. Если мы теперь в одном классе, то рано или поздно я узнаю, зачем она вернулась. Да, все, я помню. Уверенно сказал я, встав, взял химицу за руку и пошел к... Во-во-во, молодец. Подожди, а как же? Заткнись. Я обернулся и бросил на Кёски такой гневный взгляд, что он тут же замолчал. Злость, обида, тоска, все смешалось у меня в душе. Я шел по коридорам, не замечая никого вокруг. Остановился только у шкафчиков со сменкой и окинул взглядом школьный двор. Ну а вдруг она еще тут? Да даже если тут, мы сейчас идем... Правильно, магазин. Никакун, робко сказала химицу. Что? Огрызнулся я, обернулся и понял, что до сих пор держу ее за руку. Ой, извини. И отпустил. Что-то случилось? Только не говори, что нет, я же вижу. А Кёски-сан выглядит взволнованным. А почему? Где мышка? Мышка? Я понимаю, что это имя, и зачем его выделили? Кёски? Усмехнулся я. Его может волновать разве что... какая-нибудь аняме героиня и с нереальными формами. Но Химица все так же смотрела на меня своими большими глазами. Я имею в виду, что он рассказывал про очередную серию аняме, ну того про девочек-волшебниц, и о 6 часов вечера показывают, ты наверняка смотрела, и зачем я ей вру? Зачем вру сейчас? Ведь Кэтрин, не скроешь, не сегодня, так завтра. Химицу с ней столкнется в школе. Или того хуже, Кэтрин сама придет к ней домой. Зачем она придет к ней домой? В конце концов, они были знакомы. А, в гости. В общем, неважно. Пойдем в твой магазин, где он? На станции, ты говорила. Не в характере Химицу было устраивать допросы. А вот знаешь, Рейкуна сегодня на уроке спросили, в каком году человек впервые высадился на Луну, а он говорит, в 2079, представляешь, ггг. Угу. А потом на физкультуре Химицу вела себя так, словно ничего не произошло. Для нее, возможно, магазинчик снаружи выглядел так себе. Может быть, он привлекал школьниц доступными ценами. Химицу не из самой богатой семьи по меркам нашей школы, но ее отец работает в государственном секторе, и в целом они не бедствуют. Мы зашли внутрь. О, это что, я? А я ничего такой, да? Химицу примеряла один наряд за другой. Как тебе? Ну, я имею в виду, это не я, это Николай. Николаша Николай. Нормах. А это? Думаю, этот цвет будет модный зимой. Нормально. А это платье? В ее голосе начали появляться нотки недовольствия. Мне кажется, предыдущее было лучшим. Знал бы я еще, что она надевала до этого. Сейчас мне было совсем не до показа мод. Для меня Химицу выглядела хорошо в любом наряде. Зачем тогда все это? Неужели у нее вещей мало? Хотя вот действительно, зачем? Я знаю ее давно, но не припомню, чтобы у нее с кем-нибудь были близкие отношения. Но ведь она больше не ребенок, а красивая молодая девушка. Пора бы уже завести парня. Стоп.
Неужели я ревную? Нет, конечно, нет. Да и если бы у нее кто-то был, я бы об этом узнал первым. Мне кажется, главное, чтобы тебе самой нравилось. Но мне много чего нравится, и вот это, а еще вот это вот. А, нет, это не очень. И Митса перекладывала тряпки туда-сюда. Неужели она заслужила такое отношение? Кэтрин вернулась. Ну, сказал я как бы между делом. То? Она, кажется, не поняла, о чем я. Сегодня перед последним уроком появилась у нас в классе, теперь мы будем, типа, вместе учиться. Правда? Химица выронила из рук платье, что ей так понравилось, и резко помрачнела. Смотрю, ты не очень рада. Рада? Просто я думала, что она уехала навсегда. Ну вот, и я так думал. И что она теперь планирует? В смысле? Я имею в виду... Химицу резко начала возвращаться всю одежду на место. Ее же так долго не было, а вы уже в выпускном классе. Да, как-то не интересовался я ее жизненными планами, если честно. Да что уж там, я с ней даже не разговаривал. А ты рад никакому? Кратчево спросила Химицу. Не могу сказать, что для меня это все так просто, но чему радоваться? Ты же знаешь, что было в прошлом году. Что было в прошлом году? Да. Но сейчас все это позади. А что дальше будет, посмотрим. Наверняка у нее есть свои причины. По крайней мере, сейчас я больше не врал Химицу. Не договаривал, да и какой смысл вываливать на нее все свои переживания. В конце концов, это только мое дело. Мое и Кэтрин. Не будешь ничего покупать? Она задумалась. Нет, тут все очень дорого. А у меня нет карманных денег. В этом месяце почти все закончились. Так сегодня только 7 число. Удивился я. Ладно, давай я тебе подарю, подарок сделаю. Вот то белое, желтое платье, оно тебе идет. И вовсе оно мне не идет. Неожиданно возразила Химицу. Я в нем толстая выгляжу. Ну так похудей. Ты толстая. Я громко засмеялся, и на меня с опаской уставились продавцы и все остальные посетители магазина. Ну вот видишь, поэтому я и не хотел идти, сказал я шепотом. Химицу ничего не ответила и лишь улыбнулась. По дороге домой мы практически все время молчали. Я чувствовал себя неловко, и вот сейчас бы с удовольствием послушал историю про Рея Куна или Саю Тян. А, блин! Я не дочитал. Как тут эту историю открыть? Была раз же кнопка, да? Серьезно? Нету кнопки история? Ну это вообще облом. Ладно. Потом на паузе почитаю. Не расстраивайся из-за Кати. Я совсем не расстраиваюсь. Но я же вижу. Не бойся, со мной все будет в порядке. Я прошло уже достаточно времени. Да, нам было тогда, я не знаю, сколько прошло времени? Год? Нет, несколько лет. Но ему сейчас, ну, он в старшем классе. А в старшей школе, в старшем классе 16, допустим, 17-18. Не, 18 сильно, 16. Они встречались с Катей лет 5 назад. В 9 лет! Хотя нет. Ну, где-то примерно так, 9-10 лет. Но я не думаю, что там всего лишь год прошел. Год это не такой же большой срок. Год 3 года. Главное, что ты сразу в это... Главное, что ты сам в это верил. Верю, просто это все малость неожиданно. Но ты же все ее знаешь, приходит без приглашения, уходит, не прощаясь, всегда себе на уме. Я невольно улыбнулся, Химица заметила это и еще больше погрустнела. Погрустнела. Опять это слово.
Ну ладно. Слава богу, что мы еще дошли до дома. Ну ладно, я пойду. Тогда до завтра. Пока. Я погрустнел. Может, загрустила? Погрустнела. Загрустила. Я хотел еще что-то сказать, но лишь проводил ее взглядом до калитки. Остаток дня я провел в тщетных попытках отогнать от себя мысли о Кэтрин. Стойте, подождите, они живут в своем доме в Токио. Я знаю, что там есть свои дома, но как бы Токио — это мегаполис, и было бы логично, если бы они жили все-таки в каких-нибудь многоэтажках, небоскребах там. Они же богатые все. А в своем доме, ну, тогда надо было не Токио, а какой-нибудь другой городок. Более какой-нибудь маленький городок. Хотя, ладно, не будем цепляться к этим мелочам. Остаток дня я провел в тишинных попытках отогнать от себя мысли о Кэтрин. Нет, но ведь так и правда можно с ума сойти. Каждые 5 минут звенел телефон. Я не брал трубку, потому что знал, что это Кёски. Кто еще мне будет звонить? Да и если речь об этом бесноватом атаку. Хорошо, что он еще в дверь не ломится. В итоге я просто выдернул провод. Что с тобой не так? Ты себя ведешь как последний этот. Телевизор и видеоигры немного отвлекали меня, но быстро надоели. Я даже взялся за уроки, а со мной такое нечасто. Немного поиграл на басу. Приготовил простенький ужин. Лучше бы, конечно, поел стряпни Химицу, но она, видимо, занята. Не то чтобы Химицу обязана ежедневно мне готовить, и завтрак, и ужин, я просто привык. Вообще, если разобраться, привычки стали неотъемлемой частью моей жизни, даже начали играть в ней весомую роль. А появление Кэтрин грозит все разрушить. Как будто за последние 1.5 года я одряхлел и обрюзг. Она кто? Антагонист? Главный злодей? И теперь для меня стабильность важнее всего. С другой стороны, зачем лишние потрясения, которые все равно в итоге не приведут ни к чему хорошему? Вдруг в дверь позвонили. Наверняка Химицу, хотя в такой час. Я медленно прошел открывать, но на полпути в голове мелькнула мысль, а с какой, кстати, Химицу будет звонить? Значит, Кёски, не иначе. Впрочем, для него уж точно поздновато. Распорядок дня моего упитанного друга — аниме и спать. Ой, господи, да какая разница. Однако на пороге никого не оказалось. Я огляделся по сторонам, вышел на улицу, но она была пуста. Тут някие чертовы. Но кто-то точно проходил, потому что на обратном пути возле двери я обнаружил записку. Николай Сан, будь осторожен. Вы в большой опасности, за вами охотятся очень могущественные люди, связанные с вашим отцом. Это не шутка и не розыгрыш. Ну да, конечно. Сейчас зайду в дом, а там уже посреди гостиной меня ждет грудастная девочка-выдница, готовая выполнить любой приказ. Кёске! Крикнул я. Это уже не смешно. А зачем сюда моего отца приплетать? Мои родители — несчастный случай. Они бежали из Советского Союза, когда мне было 7, и в Японии работали простыми инженерами в Кобаяши Корпорейшн. После их смерти я мог вернуться к родственникам в СССР, но все-таки я решил остаться, потому что пожил здесь большую часть жизни. Они у него нет родителей, они погибли, и он живет один в трехкомнатном доме и учится в элитной школе. Что с ним не так? Формальности помогли уладить знакомые отца, а его банковский счет давал мне возможность не умереть с голоду. Кёски. Уже менее уверенно позвал я. Но ответом не стало только крик соседа о том, что ночь на дворе, а я тут разорался. Ну, может, и не он. Ну, кто тогда? Если это шутка, то ее авторы не добились главной цели — рассмешить.
А если все куда проще, и это правда. Я покрутил записку в руке, обычный, аккуратно отрезанный тетрадный листок, написанный на японском ровный почерк, но вот орфография явно хромает. И зачем было писать от руки? Не проще ли напечатать или на худой конец собрать из вырезанных из газеты слов, как это делают в древних детективах? В любом случае, это точно не Кёски. Это его почерк, я бы узнал. Вы в большой опасности, связанной с вашим отцом. А вдруг это та шпана? Если у родителей есть деньги, это еще не значит, что дети будут иметь пятерку по японскому. Может, это слуги той Элли Самы решили отомстить за утренний инцидент? Да нет, глупости. Да и кому в конце концов сдалось ей простой японский школьник? И почему именно сейчас? Сразу после того, как вернулась Кэтрин. Честно говоря, я не помню, какие у нее были оценки по японскому. Не помню ее почерк, но жила она здесь значительно меньше, чем я. Училась Кэтрин нормально, но круглой отличницей не была. Да и последние полтора года без практики. По крайней мере, сейчас именно она главный подозреваемый. Мысль «зачем» даже не приходила мне в голову. Я давно перестал понимать мотивацию ее поступков. В любом случае, завтра в школе нужно попытаться что-то выяснить. А сейчас спать. Так сильно за день я не вымотался очень давно. Нет, нет, беги, это ужасные сценарные ходы. Но сон не шел, а ворочался и злился сам на себя из-за этого. А тем временем стрелки часов перевалили за полночь. Я вздрогнул и прислушался, вдруг показалось, что? Неужели опять? Я вскочил с кровати, глаза забегали по комнате в поисках орудия самозащиты. Бас вряд ли подойдет. Не надо бас, разобьешь, не трогай. На негнущих ногах я подошел к двери и с дрожащим голосом спросил. Кто там? Никак он. Я облегченно вздохнул и открыл дверь. Ты на часы смотрела? Извини, просто у тебя телефон был выключен. И что? Это повод заявляться посреди ночи? Нет, но я звонила несколько раз, хотел узнать, пойдешь ли ты завтра в школу. Если ты так беспокоишься о моей посещаемости, то не надо будить меня среди ночи. Извини. Мне вдруг стало не по себе, для химицы такое поведение естественно, а я просто срываюсь на нее. Не она же вернула Кэтрин в Японию, не она подбросила записку, нет, это ты меня прости, сегодня был ужасный день. А в смысле тяжелый день, очень насыщенный, и я уже спал. Хотя бы пытался. Тогда я пойду? Нет, оставайся. Спокойной ночи. Она как эта сталкерша, она меня пугает. Она за ним ночью наблюдает, приходит к нему ночью в дом и вообще странно. Я закрыл за ней дверь и вернулся в постель. Если сегодня тяжелый день, то что же будет завтра? Будет загрузка. В голове сотни колокольни на грязном теле звенело наступившее утро. Мы, наверное, закончим здесь. Ладно. Это мы все еще увидим. Это мы еще увидим в продолжении. Пока что всем спасибо и до скорых встреч.